2017 год объявлен в нашей стране годом экологии. А это значит, что пришло время задуматься о проблемах в этой сфере и улучшить экологическое состояние не только региона, но и всей страны. Тему незаконных свалок мусора обсудили в районной администрации. Вопрос, связанный с несанкционированными свалками, хочется эту проблему обсудить. Она проблема это комплексная, решить ее можно только в тесном взаимодействии с властями, которые находятся на местах, поселениях, с нашими надзорными, правоохранительными органами. Причины несанкционированных свалок в области – вывоз мусора из столицы и соседних территорий, сброс отходов местными бизнесменами, а также незаконная деятельность бывших карьеров, куда до сих пор доставляется мусор. Уверен, что в этой работе, как и во многих других отраслях, где мы уже справились с проблемами, это ключом является неотвратимость наказания. И как только предприниматели, частные лица поймут, что штрафы, которые будут накладываться, или ответственность с точки зрения правоохранительного блока будет велика, тогда все это, конечно, будет сходить на нет. Еще одна актуальная тема встречи – запуск проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка». Благодаря этой программе на интерактивной карте в режиме реального времени можно отслеживать размещение отходов по всей стране. На этой карте отображаются места несанкционированного размещения отходов производства и потребления. Она, в принципе, отображается на территории Российской Федерации, но в частности разделена на регионы, в том числе и Московская область. На сегодняшний день на территории Одинцовского района находится 8 таких проблемных объектов. Они зафиксированы по 11 обращений. То есть я хотел бы сказать, что эта интерактивная карта, она строится на основании обращений граждан. На совещании главам городских и сельских поселений было дано поручение ежедневно отслеживать карту свалок, а правоохранительному блоку держать на усиленном контроле все проблемные точки. Анна Пряхина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».